Вашему вниманию продолжаем большую тему Марты «Окно в новый мир. Испытательный полигон под названием «Земля». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу более подробно остановиться на взаимодействии тех цивилизаций, представители которых воплощены в настоящее время на Земле. Это относится к представителям как высоковибрационных, так и низковибрационных цивилизаций. И поскольку в чистом виде они встречаются нечасто, то взаимодействие между ними представляет собой целый конгломерат различных качеств, порой схожих, а чаще разноплановых и даже противоположных. Именно на Земле процветает единство противоположностей, которое и помогает человеку духовно развиваться, учит его принимать других такими, какие они есть, без агрессии и осуждения. Мы уже не раз говорили с вами о том, что планета Земля является своеобразным испытательным полигоном, куда спускаются души из разных миров и измерений для получения самого сложного и поистине уникального опыта проживания в трехмерном мире. Разброс в вибрациях таких душ поистине огромен. Так, например, в одной семье могут встретиться души, пришедшие из восьмого, пятого, третьего измерений. Хорошо, если представителями высокоразвитых цивилизаций окажутся родители или хотя бы один из них. В этом случае детям, душам, пришедшим, например, из миров более низких вибраций, будет дан прекрасный старт и возможность быстрой духовной эволюции за счет того, что рядом с ними окажутся мудрые и любящие родители. Но гораздо сложнее обстоит дело тогда, когда наоборот ребенок, пришедший на Землю из высших миров, рождается у родителей, являющихся представителями низковибрационных цивилизаций. Тогда ему приходится воспитывать родителей. Но в силу того, что он рождается с заблокированной памятью, это получается у него порой весьма своеобразно. Свой протест против частых ему нравов и энергий он может выражать грубо и агрессивно, что выливается в бесконечные семейные конфликты и скандалы. Не умея объяснить причину своего поведения, такой ребенок нередко становится замкнутым, нелюдимым и очень несчастным. Но таковы условия игры, которую эта душа выбрала сама еще до своего рождения. К сожалению, для многих подобные испытания оказываются непосильными. Их психика ломается, что ведет к многочисленным проблемам морального и физического характера. Чтобы уйти от чуждой им реальности, многие ищут спасения в наркотиках и алкоголе, что еще больше затрудняет их общение с окружающими. И только самым сильным, древним и мудрым душам удается выстоять в любых жизненных обстоятельствах и остаться духовно чистыми, пройдя через огонь, воду и медные трубы. Другими словами, на планете Земля происходит тщательное отделение зерен от плевел, души из самых разных миров просеиваются сквозь сито трехмерного мира, проходя свою самую суровую проверку на прочность. И особенно заметно это сейчас, когда человечество поставлено на грань выживания, и пришедший в это судьбоносное для Земли время божественный посев имеет возможность не только прорасти сам, пробившись сквозь толщу всевозможных испытаний, но и помочь в этом другим, чистым, но менее стойким душам. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами.